никакие гарантии, которые могут нам дать со стороны, не знаю, Европейского Союза, США, Франции, теоретически даже России, хотя, насколько я понимаю, сейчас вообще гарантии от России не обсуждаются, потому что мы видим, что премьер-министр во Франции, министр обороны во Франции, секретарь Совета Безопасности в Вашингтоне. Да. То есть сейчас мы говорим, окей, западные страны, дайте нам гарантии, что мы откажемся от Карабаха, но нам оставят в покое. Но, опять, поскольку мы сейчас живем в очень турбулентное время, эти гарантии могут работать, но максимум несколько месяцев. То есть, что делать? Хороший вопрос. Но нужно быть готовыми защищать свою территорию. Или, если мы не готовы это делать, поскольку у нас нет оружия, или у нас нету достаточного оружия, или по любым другим причинам, или потому что, я знаю, в советское время, в советской армии не была коррупция, и мы можем тогда дойти до Тиграна Великого, потому что Тигран Великий сделал какие-то ошибки. Если из-за всего этого мы не способны защитить свою территорию, то боюсь, что Азербайджан все-таки этот Зангезурский коридор откроет, несмотря на то, отказываемся мы от Карабаха или нет.